Нет, иди ко мне. Не бойся. Ты тоже один, да? Ты чей? Ты мальчик или девочка? Сейчас я к тебе приду. Простите, пожалуйста, скажите, вы не знаете, Таня Ерохина здесь живет? Еще одна шалава объявилась. Передай своей Таньке, что я милицию вызову. А, достали! Вторую ночь! Бум-бум-бум-бум! У меня голова не чугунная. Бордель развели. Нет, мое терпение лопнуло. Иду за участковым! Привет, красотка. Извините, я Таню Ерохину ищу. Таню! Найдем Таню. Нормально, слушайте меня! Конечно. Что такое шум это? Мне нужна Таня! Тихо, Таня! Тихо, тихо. Мне нужна Таня! Эти еще не подхожу, что ли? Таня! 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 Скажите, где Таня? Таня мне нужна! Таня! Бегунья. Че бегим? Иди сюда. Оп. Аттракцион сосиски налетаем. Таня. Полося. Машка, Маш, куда, ты куда? Делаешь? Моя, моя. Маша, отвали, я куда? Сказала. Моя. Машка, иди сюда. Коша, вставай, ёкарный бабай. Ты, давай, ты вставай. Чё ты, ну... Тоже мне. Давай, давай. Ты, вываливайся. Ну, ты, ну... Чё сидим? Чё сидим, кого ждём? Давай, вставай. Ну, чего ты? Уходи, Тань, я тебе сказала, и что, по морде получить захотела? Давай, давай, давай! Я тебе что сказала? Ну-ка, пошла сюда, пошла. Что? Пошла. Бутылку поставила. Нормально. Да, давай, давай, ну, давай, всех касается. А ну пошел отсюда. А? Гитару отдал и пошел, бегом. Все. Получить захотел, Маша, что ли? Сиди. Тоже мне. Машка. Тань, прости, я тебе весь праздник испортила. Ой, слушай, праздник по три раза на неделю. Ой, давай раздевайся. Я тебе рада. Садись. Давай. Ну. Похорошела. Ты уж прости, что так. Да нет, да ты, я... Ну, Петрович, ну быстрее, скорее. Ну, что ты там копаешься? Ну, что ты паникуешь? Ну, если не помер еще, так погодит маленько. Вообще ты дура. Нам было сразу в райцентр везти. Трактор вызывать ей... И в больницу. Мань! Да? На, халат. Спасибо. Слушай, а ты мне так и не сказала, что ты в Москву-то приперлась? Женихом, что ли, поссорилась, а? А, да, дела. А у меня жизнь фонтаном бьет. Да, каждый день что-нибудь да происходит. О, видала? Мой бывший наколол. А потом, когда с Гошкой встречаться стала, он взял и ножичком чик, полоснул. Ты сумасшедший. Ну ладно, заживет как на собаке, давай. Да мне нельзя. А чего? Я беременна. Нормально. И кажется, кто-то хочет меня убить. Опять вы? Мы.
что на этот раз? Поговорим по-взрослому. Ты говоришь мне правду, а я не делаю тебе больно. Где девка? Какая девка? Наследница Богатырева. Где ты ее прячешь? И я единственный, у кого она может прятаться. Ты не мути, а? Что знаешь, говори. Ладно. Я отправлял помощницу в Новокаменск. Богатырева она не нашла, девица куда-то пропала. Кто-то за день до этого поджег ее дом. Погиб ее отец. Не ваша работа, нет? Нет, не наша. Это я уже знаю. Что еще? Я что, Коломбо? Это адвокатишка, слышишь? Он всех обвел вокруг пальца. Если это адвокат, он пожалеет. А вот этого я бы не советовал. Наш семейный адвокат знает очень много. К тому же у него связи в прокуратуре, он очень быстро закроет твое казино. Да, это очень опасный человек. Надо бы с ним поаккуратнее. Какие предложения? Адвоката я возьму на себя. Если что-то узнаю, позвоню. Действуй! Да, и имейте в виду. Если будем делить наследство, 50 на 50. Ты что борзеешь, а? Тебе и 40 за глаза хватит. Хочешь работать по-другому? Работай сам. Давай, соглашайся. Нам нужны сообщники. Надо что-то с этим делать, пусть подавится. Выходит, вот кого они искали. Авария на мосту была возле Крутилихи. Слыхала? Ну, тело искали и не нашли. Но недавно к нам в поселок машина приезжала с московскими номерами. Мужик фотографию показывал, пацана. Уж больно на него похож. Пойдем, пойдем. Садись. Пенициллину на 4 укола осталось. Как закончится, ну, сходи в аптеку, купи обязательно. Ну, а если лихорадить начнет, ну, дай ему таблетки. Вообще не должен. Кризис прошел. Петрович, вот тут 3000, это от чистого сердца. Спас ты ему, паренька. Хорошее дело ты взялась, Анна. Ты же помнишь, Петрович, почему я в лес от людей ушел? Моему Алёше было бы сейчас столько же, сколько ему. 20. Если бы эти больничные скулапы вовремя его перитонит разглядели. Ну, твоего Алексея я, конечно, помню. Ну, жалко пацана. Но тебя еще жальче. Бедная ты баба, одинокая. Ну, за тебя. Не говори ты никому, что он здесь. Может, мне Бог его послал? Может и так. Ну, дело твое. Ну, поступай, как знаешь. Ой, сынок.
Привет. Привет. Ой, ну зачем ты меня вытащил из постели в такой час? Я всю ночь в дороге, устала как собака. Мы могли с тобой встретиться и после твоих переговоров. Извини, конечно, но это тоже срочно. Что ты нашла? Да ничего нового. Девочка бесследно пропала, родственники не видят, никто ее не видит, никто ничего не знает. Может, я лучше на метро поеду. Это она? Угу. Нет, подожди. Я еще не закончил. Послушай, у меня к тебе будет одна просьба. Возможно, она покажется тебе немного странной, но мне нужен пистолет. Что? Пистолет. Макарова, Стечкина, неважно. Федя, что случилось? Да ничего не случилось. Пистолет и доброе слово значит больше, чем просто доброе слово. Ты меня пугаешь. Да, все нормально. Ну, просто начиная сейчас серьезную игру, нужно себя немного обезопасить. Второе. Интересно, какая она? Моя мама. Матушка Ефимия сказала, что я на нее похожа. Тварюга она. Одно слово. Ребенка, которого под сердцем носила, на произвол судьбы бросила. Таня, она не могла по-другому. И потом она не бросила, а в семью отдала. А, это конечно. О, ты у нас всех любишь, прям блаженная. А между тем, после того, что случилось после этого кошмара, ты на аборт не решилась, а она родила и другим подкинула. Кукушка, одно слово. Я все у нее расспрошу, главное найти. Ой. Найдем. Найдем. Я ради такого дела вообще даже на работу забила. Знаешь, Тань, боюсь я, что меня выследят. Хотела даже заявление в полицию написать. Может, ты что, нормальная? Нет. Какая полиция? Полиция и бандюганы, они все заодно, поняла? Прицепятся и с концами. И вообще никому никогда отсюда никуда не звони. Они на телефон жучки ставят. Нет, ну, я в кино видела. Ну, я маме хотела в больницу позвонить, и потом Степка волнуется. Так, маме, не знаю, из автомата позвоним. Степе можно сейчас. Давай, диктуй номер. 243674. 243674. Ага. Степка твой сейчас только пошел? Может быть, он с теткой живет, она может подойти. А что ты ему скажешь? Да ладно, не дрейфь, я в этих делах дока. Алло. Сейчас. Алло. Алло, здравствуйте. Это медсестра из поликлиники беспокоит. А, скажите, звоню узнать о здоровье Степана Волкова. Можно его к телефону позвать? Похватились. Он как встал с коляски, так и ушел из дому. А тетку-то одну оставил. Скажите, телефон какой-то есть у него? Да нет у него телефона, и записки он не оставил. Как есть, ушел. Алло! Алло, алло! Спасибо. Господи, куда он мог уехать? Так, ладно. На кофейной гуще гадать не будем. Степка, твой мужик нормальный, сам справится. А мы сейчас с тобой пирожка рубанем и пойдем твою мамашу непутевую искать. Бай, ну что ты бьешь, как ни в чем? Сильней замах. Вот. Сычев за ногами следи. Давай, 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 Мишаль, давай, давай, жми его! Не отпускай, жми! Притянуй! Притянуй в угол его! Да! Молодец, левый, жми! Давай, давай! Вася, уборот!
Степка! Не дитя! Какими судьбами? Я тебя тысячу лет не видел. Ну, Витя, это и Боров стал. А ты что в армии был молоток, что сейчас? Качаешься, что ли? Качаюсь. Я только с инвалидного кресла там. Травма была, думал, вообще не встану. А сейчас-то как? Потихоньку. Все расскажу. Витя, я в Москве по делу. Работаем, работаем. Человека одного найти надо. Можно у тебя пару ночей перекантуюсь? Да не вопрос, конечно, все. Езжай, устраивайся. Ты там только на бардак внимания не обращай. Спасибо, Митя. Отпусти, пацаны увидят. Боксер, приемы вольной борьбы не применять, ясно? Ну все, Митя, спасибо. Давай, до вечера. Я тебя еще вечером на руках сделаю. Все, разбились по барам. Отрабатываем хук. Ну что ж, придется Петра подключить. Однокашник мой, зампрокурора. Объявим Марию в розыск. Петя легенду подходящую придумает. Только снимок этот обработай. Качество неважное. Отдам компьютерщикам. Вытащат. И вы сможете их починить? А почему нет? Мне сам процесс важен. Знаешь, когда вожусь с этими пружинками и колесиками, появляется надежда, что и нашу жизнь можно привести в идеальный порядок. Это блажь моя, не обращай внимания. Ну, тогда я поеду. Вечером позвоню. Да, поезжай, пожалуйста. Напротив церкви Космы и Дамиан. Ну, мы тогда с тобой оттуда и начнем. Да, сейчас только щенка покормлю. Слушай, тебе делать нечего, что ли, а? Привет. Морда. Все, я пошла. Ну, подожди. Ну, догоняй. Привет, Федор. Привет. Что ты хотел? Присесть. Не возражаешь? А завари-ка мне чайку. Пожалуйста. Если ты снова о китайцах начнешь, то тема закрыта. Китайцев на нашем заводе в Новокаменске не будет. Это мое последнее слово. Справимся без них. Да, пожалуйста. Главное, чтобы ты только об этом потом не пожалел. Ну, я не за этим пришел. Вот. Возьми. Что это? Иван хранил их у меня. Боялся, что Оксана не поймет, зачем хранить письма первой жены. Ну, вот. Ты распорядитель. Давай, распоряжайся. Спасибо. Напиток богов. Никогда не понимал, почему Иван с утра до вечера хлестал этот эспрессо, как сумасшедший. Ну что? Ну что, Толь? Ну не смотри ты на меня так. Ну не смотри ты на меня, как на врага народа. Неужели ты думаешь, что я устроил бы травлю беременной девушки? А то ты, может, и не устроил бы. Оксана со своим барбосом наведывались в Новокаменск. Девушку не нашли. А дом оказался сожжен. Вот так. А к чему ты мне об этом говоришь? Подозреваешь, что это я хочу оттяпать кусок костомаровского пирога? Я тебе верю, Толя.
так же, как я верю, что девушка скоро найдется. Ну, кто из нас может желать ей смерти? Разве не ты говорил, что не будешь работать под руководством какой-то там беременной девицы? Что-то изменилось? Тур, ну ты же меня знаешь. Я только за законные методы. И вот найдется девица. Говорим. Там беременна. А сейчас я могу предложить тебе, например, свою помощь в поисках девушки. Это дело профессионалов. Мы объявляем Богатыреву в розыск. Правильное решение. Ладно, я пойду. Хороший чай. Даже не слышу. А ты все дома по улице проверила? Да. Он меня тоже поднимает. Слушай, Ефимия твоя, она же это старая? Может, она того умом тронулась? Тань, грех такое говорить, тем более у церкви. Ну ладно, я не знаю, может, перепутала там. Не Косьмы и Дамиана, а, допустим, Иоанна Предтеча. Да нет, все точно. Блин, Мань, пойдем домой, а? А то у меня это нос отваливается. Девочки, подожди. Подайте копеечку. Мань. Ну подожди. Я вам скажу кое-чего. Спасибо, голубушка. В Москве есть еще храм Косьмы и Дамиана. Езжайте туда. А вы сыщете то, что надо. А где он? О, Мань, я уже никакая. Танечка, ну давай последний. Ты вот тот, а я вот этот. Туда? Ага. Ну ладно, давай, через час здесь. Угу. Здравствуйте, вы консьерж? Ну, допустим, и что? А вы кому вообще? Я еще одного человека, мне нужно... Понятно. Во-первых, нам не положено разговаривать с посторонними. Во-вторых, покиньте, пожалуйста, подъезд. Покиньте. Thank you.
Простите, пожалуйста, простите. Простите, вы обронили. Да. Это ваше? Черт побери. И впрямь. Да, и впрямь я потерял. Прости, Господи. Девушка, простите. Я ваш должник. Я не знаю, как вас отблагодарить. Может, отвезти куда-нибудь? Да нет, ну что вы? Мне очень хочется вас отблагодарить. Как я могу это сделать? Не отказывайте мне. Можно вас хотя бы угостить горячим чаем? С вкусным пирогом. Прошу вас, не отказывайте мне. Ну хорошо, ладно. Это здесь рядом, за углом. Тут очень красиво. Вы кушайте пирог, здесь его чудесно готовят. Спасибо. Ну что, давайте с вами познакомимся. Меня зовут Федор Алексеевич. А вас? Мария. Очень приятно. Красивые. Вы не москвичка? Вы где живете? Нет, я у подруги. В гости приехала и заодно столицу посмотреть. Значит, вы не из Москвы. Я из маленького городка, вы даже, наверное, не слышали о таком. Тогда позвольте мне быть вашим гидом. Я вам покажу свои любимые места в Москве. Вы были на Кузнецком мосту? Нет. На Остоженке? Тоже. На Варварке? Я и там не была. Ну, тогда договорились. И правда, очень вкусный пирог. Я очень рад, что вам понравилось. Ой, я же совсем забыла, меня подруга ждет. Простите, Федор Алексеевич. Это ваша подруга? Да, я, наверное, пойду. Машенька, так давайте я вас отвезу. Давайте. О, а вот и твой номерок засвеченный. Владелец джипа некий Тимур Иноземцев. Знаком? Это падаль Маша заказала. С серьезным человеком ты связался. У него в центре клуб ночной. С свидетелем проходил по делу с наркотой. Хотели посадить, улик не хватило. Короче, черт конкретный. А Маша тут при чем? Не знаю. Может быть, она что-то видела. А он ее как свидетельницу убрать решил. Надо поехать посмотреть, что за клуб. Ты машину мою возьми. Прошу. Спасибо вам, Федор Алексеевич. Машенька, я ваш должник. Если вам понадобится какая-нибудь помощь, ну, или просто не с кем будет поговорить, позвоните мне. Хорошо? Ну да, она вам позвонит. Обязательно! Давай. О, роскошный мужчина. Дорогой парфюм, все дела. Ой, вот бы на меня такой запал. Запал? Ты, ну, он просто был мне благодарен. Ага, благодарен. Я видела, как он на тебя смотрел. Ну, тебя, о чем ты думаешь? Ха, это не я, это он. Когда в машине ехали, когда пирогами кормил, думал. Да он 10 раз успел тебя представить в разных ракурсах. Фу, Тань, замолчи. А что фу? Мужик богатый, не старый. Будешь звенеть бриллиантами, как люстра в большом. И вообще, бери, пока даю. А то смотри, а то закадри его на свое мини. Кадри, у меня Степа есть. Слушай, где твой Степа? Тоже мне. Ну ладно. Ладно, не кукси. Ну, такого клиента терять нельзя. Слушай, ты можешь думать о чем-нибудь, кроме мужиков? Могу. Например, о глупой подруге, которая рискует проворонить классного парня. Слушай, ты... Ты уверен, что наш старый друг не врет? Ладно, верю. Давай, потом созвонимся, пока.
Извините, шеф занят, он просил вас подождать в баре. Меня? Вас. Руки убери. Не уберу. Пересчитайте. Руки убери, я сказала! Здравствуй, любимый. Ну, как дела? Добрый день. Ты что, ты русского языка не понимаешь, больно, а? Тебе что, непонятно сказали, да? Тупой, больно, твоей тупой больно. Головой, что а тебе понятно? Что ты себе позволяешь? Славон, Люк потеряла! А ты что здесь стоишь? Курорт себе устроил, да? Уволю к черту! Извините. Проследи за этой гадюкой. Димон, слушай, мамке плохо давление. Поеду, разрулю там. За меня один, ты доработаешь, ладно? Ты без проблем, давай. Завтра не опаздывай. Давай. Важная сделка без свидетелей. И без всяких там баб. Да, и без баб. Дай руку. А когда мы с тобой по-настоящему поженимся, а? Когда мы будем жить как нормальные люди? Вот Иван хотел. Да хватит мне про Ивана! Ты моя теперь! Сорвем куш и поженимся в Вегасе. Хватит слезы непросухи! Прости. Прости. Все нормально. Прости. Прости меня. Я не буду так больше. Сделай мне ребенка, а? Ты не хочешь детей, я знаю. Вот. Получишь наследство, тогда я тебе хоть 10 спиногрызов сделаю. Звонил Федор. Наша наследница никуда не уезжала из Новокаменска. Так я ему и поверил. Этот Федор и ваш адвокатишка двойную игру ведут. Только я их переиграю. Вот увидишь. Я знаю. Алло? Алло, это больница? Да. Здравствуйте, скажите, у вас лежит пациентка Надежда Богатырева. Как она себя чувствует? Алло, Алечка, это ты? Боже мой, как я соскучилась. Скажи, как мама, как Сашка? Слушай, вот про него вообще не смей спрашивать. Аль, мне тут тоже очень плохо. Бедненькая ты овечка, а? Может, тебе материально помочь? А что, я могу, я теперь... Миллионы заколачиваю в больнице-то работать. Ты с завода ушла? А у меня был выбор. Аль, скажи, как мама себя чувствует? Она про меня спрашивала? Не спрашивала она про тебя.
А если спросит, я ей ничего не отвечу. Потому что ты ей никто, чтобы нервы ей трепать. Зачем же так? Мы же с тобой родные. Аль, прости меня, я действительно, наверное, во всем виновата. Да подотрись ты своим прости. Тебя зовут, собака. Алёш, обедать пойдем. Что творится, ну? Одни войны до катастрофы, да? Ну, хватит, сынок. Не перетруждай голову. Каким я был? Хочется вспомнить, и ничего не получается. И не надо. Все постепенно придет, Алеша. Такое ощущение, что ты боишься, что я вспомню. И что? Нехорошим человеком был, да? Хорошим. Лучше всех. И меня очень любил. Но тебя любил, это нормально. Каким я был? Где мои вещи? Почему мы вот так вот живем? Ты что, нищий, что ли? Я работаю? Кто я такой-то? Не мучи меня, Леша. Ну что, у нас дом плохой. Не нравится тебе тут со мной? Не нравится, не нравится. Нравится. Просто почему у нас телевизора даже нет? Куплю я тебе телевизор. Вот. Пенсию получу и куплю. А ты вот, пока вот радио послушай. Ну, что ты выскочил-то раздетый? Простудишься, Алёш. Иди в дом. Ты же не моя мама. Да?
Наконец-то. Нужно было ключ второй сделать. Ты уходишь? Давай. Слушай, подруга, извини. Срочный вызов. Нужно на работу смотаться. В таком виде? Вообще-то это моя униформа. А ты думала, я где массажем занимаюсь? Не знаю, в больнице в какой-нибудь. Анна Ивняк, я в сауне мужиков ублажаю. Как это? Как это? Ой, массажик там. Я не знаю, в сауне поплескаться. Секс только по обоюдному согласию. Танечка, я тебя умоляю, не ходи, не нужна тебе такая работа. Какая такая? У тебя что, альтернативы есть? Мань, ну ты же понимаешь, нам деньги нужны. Пока ты здесь была, вообще никуда не вылезала. А клиент сейчас хороший, денежный. Все равно ты меня не послушаешь. Давай сделаем так. Мы завтра с тобой пойдем и весь день будем искать твою маму. Хорошо? А сейчас я побежала. Муа! А! Никому дверь не открывать! Вам что, деньги не нужны? Клиенты там замерзли все. Ну, давай, а ну потом на работу. Бросай. Давай, быстрее, бросай, шевелись. Наяды. Блин. Да ладно, не ругайся. Давай. Поговори мне еще. Стоять! Ты че? Тебя че, мама не учила, что за все нужно платить? Брось его! Тихо! Брось! Спасибо. Димон. Степа. Алло, Таню Ерохину позовите, пожалуйста. Массажистка. Я к подруге. Какой? Таня Ерохина. Ты давай, вали отсюда. Там качки до утра продлили, закрыто там. Давай. Там мокруха, походу. Ёшки-матрёшки, я сваливаю. Надо полицию вызывать. Сама вызывай, я валю. Шевели копытами, снайпер недоделанный. Пошёл. Давай, пошёл. Пошел быстро! Вперед! Давай, слезай! Ниже! Красавица наша очередь! Спокойно! Поедем в отделение для отдачи показаний! Давай, топай! Они нас в ряд поставили! Рот свой закрой! Поехали, давай стрелять! По очереди! Всем мест хватит! Быстро! Отправляй! Тише, ты какая! Сама
попали бы, если бы ты ментов не вызвала. О, господи. Катя, ну что ты за каблуки. Послушай, по-моему, она. Она, я уже сообщил, куда надо. Господи, откуда синяк? Это за то, что я мишенью отказалась быть. Пойдем отсюда. А тех в ту машину давай. А где они? Они сбежали. Черт. Знаешь, Машка, я все поняла. Я осознала, почему этот тир был. Почему? Для того, чтобы я жизнь чистого листа начала заново, понимаешь? Да, значит, так оно и должно быть. Так и будет. Все благодаря тебе. Спасибо тебе, Машенька. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Танечка, тихо, все. Все будет хорошо. Завтра мы уже про это забудем. Машка, ты знаешь, я на работу устроилась. Я буду работать, понимаешь? Да. Курьером пойду работать. Я тебя очень люблю. Пойдем. Друг твой. Я сейчас приду. Давай.